стоит в воротах, вот следует передача. Этот игрок что? Перед ним только один игрок противоположной команды. Это положение в игре. Если поставить еще одного игрока сюда, неважно, это вратарь или два защитника, это не имеет значения. Если сюда представить, значит все правильно. Производится пересечение боковой линии и средней линии поля. То есть игрок, который, выходит, должен войти в поле, он должен именно отсюда войти. А за, допустим, заменяют вот этого игрока. А здесь раздевалки где-то внизу. Этому игроку не нужно идти сюда. Он может сразу покинуть поле. Он будет, должен быть защитен только в том случае, если между мячом и вот внешней стороной линии есть просвет. Если нету просвета, вот так, это не гол. Это мяч должен быть, игра должна быть продолжена. Вот смотрите, игрок, который был в момент удара, если бы забил этот гол, конечно, был бы гол. Но он оказался, вот, и он вступил в борьбу. Находясь в том положении вне игры, он вступил в борьбу за мяч. Вот это будет положение вне игры. Как только он вступил в борьбу за мяч, вот с тем защитником, должен последовать флажок от Пашка помощника и зафиксировать положение вне игры. Потому что он вступил в борьбу за мяч. В которых сейчас положения вне игры не будет. То есть умышленное отбивание мяча защитником, оп, он делает движение к мячу и бьет. Считается, что этот игрок плохо выполнил технический прием. И положение вне игры, вот это не будет положение вне игры. То есть игрок берет белый мяч и забивает гол. И... Приз, как тебя зовут? Захар. Я думаю, что Платини, Латер, который шел в отставку, примут твое предложение, введут белую карточку, а пока тебе вот на память это кто у нас тут Илько, вручить эту майку, да?